Мы полностью перешли на новую версию 1.16.5, что позволит нам реализовывать новые механики, идеи и идти в ногу со временем. И, естественно, сократит количество читеров на сервере и улучшит античит. Мы глобально обновили дуэли, добавив новые карты, режимы и киты с учетом нашей новой версии. Для игроков с PvP-комбо стилем мы убрали антикнокбэк и нозеритки на первом, третьем, пятом и седьмых грифах. А еще мы полностью обновили киты на всех гриферских режимах, которые помогут вам на 1.16.5. Для вашего же удобства мы добавили новую команду для аукциона, а именно AhSearch, которая поможет вам найти нужный предмет. И мы полностью обновили донат-шоп и убрали абсолютно все шары. Ладно, это шутка. Мы их полностью переделали и добавили новые механики для вас. Например, предлагаю вам посмотреть на мешочек. Кратце, это так называемый переносной шалкер, который можно открывать в привате. Однако его нельзя зачаровать на проклятие утраты и можно выбить в PvP. А с новыми шарами вы можете ознакомиться, зайдя на сервер. Мы прислушались к вам и сделали вашего любимого джампшута еще круче. Теперь у него в разы больше квестов и лучше награды. Даже поговаривают, что с него можно получить бесплатный донат. Еще переработали систему эндерчестов. Теперь, если вас ударили, то вас сразу выкидывают из сундука и сложить все свои ресурсы в PvP будет намного сложнее. И многие хотели, многие просили, и мы наконец-то добавили новые донат-кейсы, такие как кейс с донат-вещами и кейс с китами. Одна из главных изюминок нашего обновления — новые PvP-ивенты. Они будут начинаться каждые 3 часа автоматически. Например, кто добудет больше всего алмазов за определенный промежуток времени, тот, естественно, получит приз. И, наконец-то, мы полностью переработали аирдропы. Теперь на аирдропах нельзя ставить сет-хом. Также он взрывается при открытии, а главное, с него выпадают крутые ресурсы, и боссы стали намного сильнее. И вы, наверное, думаете, и это все? А я вам отвечу, это только начало. Ведь обновление будет разделено на 2 части. А почему? Да потому что вам нужно время, чтобы освоиться во всем этом. Поэтому наслаждайтесь обновлением постепенно. Кстати, в пещере на спавне спрятан спойлер ко второй части. Ну а наша команда проекта Really World желает вам приятной и комфортной игры на сервере. IP на экране и в описании.